Ох, Булыкин, красавец! Не имеешь права, Дима, отпустить, не имеешь! Забивает Булыкин, это его сольный гол. Почему я говорю, не имеешь права, Дима, отпустить? Потому что как же он мяч это себе приготовил для прорыва, а и все равно. Вот после долгой паузы, после вот всей этой самой сухой серии, даже не Булыкина я имею в виду, Аякс, вот здесь, как же он разобрался с этими двоими, а? Конечно, позиционно ошиблись, конечно, дали пройти, но, наверное, первый мяч не должен заходить легко. И здесь Тенрувилар едва команду не спас. И тем не менее Дмитрий Булыкин открывает счет. А вот сейчас будет интересно. Сейчас хозяева должны пойти вперед. По правде говоря, немножко подготовились, дабы забили для...